вот он скоростной режим. Как мне сказал папа, ехать, я вот так и еду. Скорость 100-110, не больше 3000 оборотов. Средний расход составляет 8,8. Прикольно, да? Трасса ровно Житомир. Идет мелкий-мелкий дождик. Вот, но очень-очень красиво. Облака прямо над дорогой. Посмотрите. Нас уже третий раз пытается обогнать этот ВК-шный автобус. Придурок, от которого отлетают какие-то штуки. Вот так вот. Так вот мы рулим. Камеры. Обращаем внимание на камеры. И сбрасываем скорость, потому что вдалеке будет пост полиции. Не скажу я вам, они даже догоняют. Я видел вчера не один Жигуль, который был... А, не вчера, обманываю, позавчера. Который был догнан полицейскими. Вот, теперь 90, потом 70, потом 50. Полиция, трафик. Скорее всего, на выходные тут никого нет, хотя вон есть полицейская машина. Но на дороге никто не стоит и никого не останавливает. У них точно такие же приусы, как и в Одессе. Ой, какие ямы. А слева машина нас обгоняет. Потому не удалось нам уйти. Вот она. Киевская автомобилька.